уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Сегодня 13 апреля 2021 год. И со своим товарищем Ваней Семеновым, который едет сейчас впереди нас, мы отправляемся на Белоярское водохранилище. Дорога до места рыбалки составляет примерно 270 километров. В пути я уже больше 3 часов. Усталость немножко нарастает, потому что за рулем я сейчас в ночи. А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь, но так высоко и так близко, дорога по облакам. Короче, ребят, я уже не знаю, что мне делать, потому что я еду и меня реально рубит. Еду один, жую жвачку, пытаюсь разговаривать сам с собой. Но как-то тяжеловато в этот раз дается поездка. То ли дело, когда я ездил к Сашке Зайцеву на горе моря. Пришел, в паровоз сел, упал, уснул. Очнулся, уже практически приехал. Красота. А здесь вот так. Надо ехать. Ну что, друзья, товарищи, вот мы на льду. Ваня с мужиками идет впереди. Я уже достал камеру, решил немного поснимать. Лед уже весь, как вы можете видеть, кристаллся. В общем, вот он, самый последний весенний ледок. Вон, видишь, еще один. Вон, смотри, какой. Вон, еще, видишь? Какой жирненький плывет сюда. Здравствуйте. Какой красивый. Ну-ка, мормуша кинь. Так и шакряночкой, блядь. Здравствуйте. О, да он активный. Сейчас он будет жрать. Ну, сука. Где сорожняк? Не думаю. В общем, пришли мы на место. Народ продолжает прибывать. Я разбурил 10 лунок. И сейчас буду их закармливать. Глубина здесь небольшая, поэтому кормить буду прямо с руки. Немного мормыша. И прикормки. Пускай она на дно опускается и приманивает рыбу. Закорм очень быстро производится таким способом, без всяких кормушек. Потому что глубина ловит от 2,5 до 1,5 метров. Луночки я закормил полностью. Сейчас попью немного чайку. Посмотрел, кстати, подводной камерой. Рыбы под лунками просто до хрена. Так что посмотрите на эту красоту. Я пока попью чайку, настрою удочку и начну рыбачить.
Вот сорожка попала первая. На мухомор мышь. Поклевка дикая была вообще прям. Дичайшая поклевка. Класс. Как оно? Ну чё, две штучки поймал. Чебак, да? Один чебак, один окуненок. Тебя чё как? Ну, я фанерку поймал, чебака сейчас хорошего. Фанерку большую? Не. С ладошку обратно. Ну, вот окунька я тоже утопил сейчас. На остановке вот так вот. Ну у меня на муху все. Ну я на мормуш ловлю. На свой мормуш. А, ну понял. На вольфрамовый. Надо не палиться, а то придут. А так и так придут. Да? Конечно. Сейчас вот все, кто там на шире сидит, они сейчас все пойдут в берег. Мормуш просто в топке. Просто капец вообще. Просто мормуш закинул в лунку, она его схватила, представляете, пока он падал. Вот такая вот сорога. Опять нападение. Прям мощно. Эх, ты убежала. Капец вообще просто. Да у меня, видишь, больше до сих пор клёво достал на ощупь. Большого? Килушни где-то. Пойдём пока. Ваня достал лещика на килограммчик, да? На килошечку? Ну, наверное, всё. Вот. И чё, говоришь, грачи обурили? Вон там. А, ну вот грач, видите? Один грач, второй, третий грач. Это они ещё не видели, сколько я сорожек на лунке достал, слышишь? Да, у тебя с Горьковского опыта. Да-да-да, я это... Умею. Беспалевный пакетик, слышишь? Так, что это у нас тут?
что это у нас тут? Интересный размер. Интересный размер. Тогда в конце рыбалки покажешь. А то сейчас как покажешь, они все себя привезли. Они все видели уже. Все видели? Конечно. Я пока доставал. Лещик ходит, пора 0.12 ставить. Это 0.1? Пока 0.1. Сразу чуть не спасибо. Думаешь, не стоит рисковать? Ну ладно.
Ты на что трясешь? Кислота, гвоздик. Ага. Ну и муха зеленая. И что бы, что он там на что поймал? На муху? Угу. В течение сегодняшнего дня я рыбачил на разные мормышки, рыбачил на гвоздики, рыбачил на самодельные нимфошарики, рыбачил на мормыша, даже привязывал черта. Значит, под лунками было очень большое количество подлещика, но он был, ну я бы не сказал, что очень активным. Вот, поэтому в прилове этой рыбки оказалось не так много, как хотелось бы. Тем не менее, рыбалка состоялась, на поклевке я насмотрелся. Я думаю, что и вы вместе со мной тоже на поклевке насмотрелись. Значит, испытывал я сегодня работу своего нового сторожка из металла, из нержавейки. Сторожок оказался достаточно деликатным. И получалось им задавать такую проводочку, которой нравилась рыбе. Ну а сейчас мне пора собираться, двигать на базу, мыться, кушать и спать. Потому что завтра у меня очередной рыбацкий день на этом попсовом водохранилище. Вот такую вот кучку рыбы я поймал. Такая вот плотва. Вот. Вот так вот. Ну, в принципе, неплохо. Короче, ребята, я разместился на базе. Вот такое вот местечко. Забронировал номер. Ну, я думаю, что вам, наверное, будет интересно. Сейчас покажу вам, как я обустроился.
Ну вот. Мои. Апартаменты. Розетки есть. Душ есть, горячая вода есть. А что еще нужно уставшему рыбаку? Правильно, уставшему рыбаку надо хорошо пожрать. Чем я, собственно говоря, сейчас и займусь. Ну, короче, тут вот такая вот кухня. Сейчас я буду готовить гречу с сосисками, огурчики, помидорчики. Ну, короче говоря, все по-домашнему. Приготовлю все это дело на плиточке. На сегодня на ужин и на завтра на завтрак. Помоюсь и лягу спать. Ух, устал сегодня. В общем, ребят, поели, можно и поспать, так что увидимся с вами.